Их обстреливают, там они спрятаются, по лосе их обстреливают. Командир полка такой: не отступать. А сам он на диванчике сидит там, выпивает, наверное. В загашнике, да? Ну, не отступайте, говорит. Ну, они такие, это нам по телевизору показывают в кино. Красивых, сильных, мощных командиров. Еще и нахуй отказной, если только выскочишь, можешь снимать погоны, блядь, шапку, блядь, и насрать и одеть на голову своему комбасу, блядь, или комбригу, нахуй. И пусть, блядь, ходит, сука, утирается, блядь. Пошли они нахуй, блядь, с такой войнушкой, блядь. Сука, блядь, вообще, я говорю, у меня просто, я чужой, я вот этот маразм слушаю, блядь, у меня просто, блядь, в голове это не укладывается. Плешивая скотина нам каждое утро по телевизору рассказывает про новое оружие, которое вся Украина как увидела и напугалась, блядь. Я бы, я говорю, я бы просто харсал бы в этот телевизор, блядь, если бы ему в рожу это прилетало. Этой мерзости, блядь. Плешивая, сука. Крыса, блядь, никчемная, бункерная, блядь, тварь, нахуй.